Едем на слет блогеров. И поехали. Ну чё, как там? Попробовали всё? Я канадец, купаюсь в Волге. Всем привет, мы с Евой, с Димой и с многими едем на слет блогеров. Все серьезно, да. Будет круто, я думаю, будет очень много людей. Поддержаем Дубну. Играем в Уна. Бубна. У нас еще Миша с нами. Все вышли. Нас не так мало. Волга широкая и... Ну, дурным закон не писан. Все, в общем, сейчас я вызваниваю автобус, и мы в одну ходку, оказывается, все уезжаем. И еще даже можем взять пару бабушек на даче. Мы приехали наконец-то в Дубну. Ехали еще не знаю сколько километров, наверное, количество километров. Мы ехали на автобусе. Вот так. Да. И приехали. Все идем. И сейчас нам обещают комариное удовольствие метров через 40. Будут отсасывать нашу кровь. Я не сделал продолжительную паузу, потому что будут отсасывать нашу кровь. Там музыку из Титаника наложим, получается. Вот. Мы пришли наконец-то на Волгу. Будем ждать вторую партию, а пока мы лакомимся всем супчиком. Давайте, вкусняшка. Там даже имбирь. И карри. Вкусно. Приятного аппетита. Все, залезли в байдарку. Девочка. О. Спасибо большое. Толкаемся. Садитесь туда. Здорово. И поехали. Как? Какие ощущения? Первый раз на байдарке, да? Да, если что, это у меня 5-й рейс, так что не взыщите. Спасибо нашему. Не, я не шучу. Это не что? Не шучу, это реально мой 5-й рейс вообще в жизни на байдарке. Да? Здорово. Классно, вообще, я прямо... Получается, наверное. Вот опять мы на Волге. Второй раз за неделю. Так, кто там? Первый, как зовут? Ева. Ева? Ева. Ева, клёвое имя. Там кат сейчас будет плыть, я тебе советую за него зацепиться. Не отступать и не сдаваться. Увольному воля. Поддерживаем. А что там написано? А я вижу. Новотур, да? Вот как нас встречают. Вот. Поплыли. Да. Идем спать. О, палаточный городок. Итак, сейчас... Мы нашли место, я думаю. Постройка жилья. Да. Будем строить палатку. Что? Ну, вроде что-то есть. Попробуем. Очень маленькое, мы сейчас... Попробуем. Немножко высоко сидит под наш пол, потому из-за травы. Ну чё, как там? Ой, здорово. Мне даже кажется, могли бы спать сюда головой, сюда ногами. Не. Да, потому что здесь как бы выше. Там уже, уже и ниже. Ну, ты хорошая. Мне так нравится здесь. Ну что, мы сделали палатку и устроили такой небольшой перекус на природе. Русские бутерброды с русской острой горчицей. И вообще здесь такой кайф. Очень много людей. Я не знаю, видно или нет. Что-то видно, конечно. Везде люди. Природа просто неописуемая. И мы очень надеемся, что не будет дождя и будет классно. Ну, уже классно. Да. Приятного аппетита. Итак, дамы и господа, перед вами универсальный бомж-набор. Я уже съел одну вот такую упаковку, в которой была перловая каша с... говядиной. Я подогрел его вот на такой чудесной мини-плите. Что у нас осталось здесь? У нас есть говядина тушеная, пюре картофельное с жареным луком, каша рисовая с изюмом сладкая, щи с мясом, мясо с зеленым горошком и морковью, напиток молочный сухой, кофе, чай, салфетки с лимоном освежающий, ментос, печеньки, сахар, повидло яблочное, фруктово-ягодный напиток, концентрат, фруктовая палочка сливочно-яблочная с орехами, тюбик сгущенки, дополнительные спички, витаминка, шоколадная паста,
какие-то таблетки Атапс. Я не знаю, что это такое. Перец, кабачковая икра, паштет печеночный, плавленый сыр, две ложки. Вот, собственно, и все. Да, еще вот такая штучка была. А, какая? Это паста. Да. Набор настоящего бомжа, между прочим. Вот, который я здесь круто получил. Да, я считаю, что это очень круто. Мне кажется, хватит вообще на пару дней даже этого. Хотя рассчитано, на упаковке было написано, что это на один день. Все собираются, сейчас будет какие-то выступления. Давайте последние две минуты, или вы пропустите интересно самое интересное. Это точно. Начнем, зачем вообще мы собрались. Цели нашего слета – это популяризация туризма, причем в любом формате, в котором вы можете себе его представить. Я встану на вашу сторону! Собрали. Ты как цыганка бегала, очень классно тряс, что он не понимал, где ты находишься. А? Классная такса. Слушай, вообще так непривычно тебя без очков. Украина и Канада. Ууу, классно! А в левом углу ринга Джон Махоуни из Канады. В правом углу ринга Максим Липанов. Готовы, секундомер? 3, 2, 1, начали! Минус! Ох ты, какие ты делаешь красивые штуки! Это просто балет на рынке! Это похоже на ваши полезки! Безумный Макс! Слушай, это просто балет на ринге был, там такие были... Блэк Данс! Мне кажется, что паркан там бабочка, жалко, пчела. Спина к спине. Да, поворачиваемся. Не забываем трясти таланчика. 3, 2, 1, начали. 1. Он бегает по часовой стрелке, Джон! Беги против! Итак, следующее в ринге. Вот, классно, давай. Офигенно. Просто... Сложновато. Реально устаешь. Я тогда повернусь. Лучше, по-моему, они говорили, лучше на одной ноге, нет? Ну, то есть, как бы можно наступать, чтобы вес был на одной ноге. Потом пере... Я не... Вообще, я не специалист. Ты молодец, Мина. Он так трясется еще? Смотри, прям у меня тремор. Да. Стареешь уже. Что-то получается. Ты молодец. Ты не хотела, когда все смотрели, да? Да, я стеснялась. Ты молодец. Классно. Вот мы пришли к берегу Волги. Чем-нибудь покушаем, попьем.
дождик небольшой. Ну здесь классно, классно, ребята, очень весело, интересно. Очень рад, я очень рад. И лошади. Вот, вы меня видите через герметичный чехол. Так что первый раз так снимаю. Сейчас баня. Наверное, я там, блин, не знаю, наверное, минут 20, может быть, 30 даже стоят. Сейчас в речку пойду. Смотрим так. Ох, без очков так мало вижу. О, не так уж плохо, если честно. О, какая грязь. Дождик, Волга. Ева, ой, Ева пошла подремать. Наверное, грязно, но классно. Довольно приятно, на самом деле. Ух, я рад. Рад, что пошел. А, я там сидел, думал, блин, в баню пойти, не пойти. Может завтра, ну не факт, что будет завтра, ну ладно. Вот друзья приходят. Классно. Блин, на самом деле это реально крутая тема. Я канадец, купаюсь в Волге. Та самая. Вот это да. Вообще круто. Всем доброе утро. Доброе. Мы спали в этой палатке. Наверное, есть вопрос такой. Мы спали во дворце. Почему? Во дворце, да. Да, с теплыми спальнями. На троих такая палатка. Наша палатка вся мокрая вообще. Все, ну, спальники и коврики все промокли, да. Покажем. Но да, получилось так, был такой ливень. Сильный. Даже тент просто улетел, когда все там стояли под ним и все разбежались. Мы такие, ну, мы уже поняли, что все наши вещи мокрые. Так что мы там уже стояли с рюкзаками, тогда они не знали точно, где будем спать. Тент улетает, мы так стоим под ливнем с рюкзаками, блин, что делать. И мы подбежали. Последняя наша надежда на кров летела. Там был тент такой, был еще, мы подбежали туда, видели, что человек там стоит. Это там был Костя, академик, она академика. Он говорит, что у меня два места в своей палатке. Короче, потом мы нашли вот эту палатку. Ну, он нашел, он говорит, берите. Это палатка Новатур, спасибо этому спонсору. И потом он нам тоже раздобыл спальник. Да, спали просто как короли. Да, было очень удобно. Было сухо и здорово. Да, мы немножко мокрые, вот эти штаны вообще мокрые. Ну, я в моих сухих штанах, так что да. Это хорошо, но... Да, ты мокрый. Все хорошо. Ну, мы поняли, что та палатка не будет работать. Мы хотели ее попробовать, но... Попробовали, все. Успешно попробовали. И... Если честно, даже не знаю, для кого эта палатка вообще может работать. Да. Ну, когда нет дождя, может быть нормально. Защита от насекомых. Вот где вот это разместить? Мы поехали. Вот здесь вот это, типа мое лицо, когда я приехал, типа на слез. Машина вся забита. Да.
Да, мы поехали сначала. А, у меня еще есть кадр с вами крутой тоже. Наверное, и потом... Мне кажется, это Джон поворачивается. Твой шпион. Мы приехали в Дмитров с Дмитрием Дмитриевым. Привет! Мы в городе Дмитров. У нас по-прежнему мокрые ноги после суровой ночи. Вот, и мы сейчас сядем на электричку, поедем потихонечку уже в Москву. И первое, что, наверное, я сделаю, это отогрею в ванной. Потому что очень все мокрое, холодно. Но классно, был очень классный поход, нам очень понравилось. Да, да, очень классно. Прям чувствую себя таким диким походником. Прямо на поле. В пижаме мужа. Я иду по центру Дмитрова. Это путешествие. Привет, Москва. Привет, Москва. Нет, я уже собирался. Я собирался сейчас сказать «Привет, Москва», и кто-то там снимает на камеру. Да, не снимали себя. «Москва». Привет, Москва. Ну, это да. Приехали. Да. Успели. Сейчас домой отогреть ноги и есть. Кушать. Мы сейчас читали новости. Надеюсь, что видно будет. Сегодня суточный рекорд по осадкам. Вчера. Суточный. Uh-huh. Что? Суточный рекорд по осадкам. Было, ну, это в Москве, но мы были не так далеко. 31,7 миллиметров. А раньше рекорд был... В 33-м году. 23 миллиметра. В это время мы были в палатке. Это было классно. Конец. Ты видишь? Он съест? Вверх ногами. А, ну сейчас он заползет под укрытие, а при этом, понимаешь, что думает этот паук? Последний шанс, я должен выжить. Вот эта шторка нас спасет. Не, а вот думает, чем ближе ты к шторке, тем больше шансов, что я сейчас тебя прихлопну. О, второй идет на встречу. Эй, друг, мы с тобой разлучались. Нет, не разлучались, мы встретимся. Беги сюда, тут опасность, тут ход, или притворись мертвым. Я уже почти близко, я же почти. Я почти, сюда нет входа, как зайти сюда? Чувак, я поднимаюсь. О, куда? Не сюда? Нет, он все там, он просто вверх ногами сделал. Кушай, так я не стесняйся. А еще ты снимаешь? Он думает, а вот он, вот. Видишь, там тоже второй. Иди, помоги мне. Я иду, но такой кот большой. Давай. Он почти сел, но... Ладно, с котом неудачно, нужно будет это вырезать, потому что он какой-то странный, он ленивый. А их нужно, наверное, убрать. Ему так стыдно. Он ничего не делал, он просто смотрит в губу. Я старый кошка. Им просто... Он стесняется перед камерой, он пока не привык. Ладно, ты просто старый кошка. Эй! Кусаешь меня, что ли? Эй, ар-ар-ар. У меня нет букашек тут. Не надо кусаться.